Так, блин. Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами снова Крапесанс. И да, это мой нормальный голос. Ну, и я сегодня вам бы хотела сказать... А что я вам хотела сказать? Я вам хотела сказать одну новость. То, что вы можете мне задавать там в комментариях вопросы. А я буду на них отвечать. Если у вас скопилось дофига вопросов, вы можете, короче, мне их там написать в комментариях, и я вам отвечу. Ну и вот, такое дело. Ребята, если вы хотите к кому-то из моих персов обратиться, ну, персов, персонажей, если вы хотите к кому-то из них обратиться, задать кому-то из других персов вопрос. Не... Если вы хотите задать вот этой Оской вопрос, просто пишите ее имя Алиса. Вот, например, вопрос к Алисе и пишите свой вопрос. Если вы хотите писать к парню Алисы сейчас... Если вы хотите к вот этому дурачку обратиться, его зовут Рэй. Вот, ну просто пишите вопрос к Рэю и свой вопрос пишите. И если вы хотите к самой последней обратиться, и если вы хотите обратиться к самой последней, это к Хацуна Мику. Просто также пишите вопрос к Хацуна... Нет, не Хацуна Мику, Хацуна Тян. Да, если вы хотите к Хацуна Тян обратиться, пишите вопрос к Хацуна Тян и... Вот. Пишите вопрос. И, короче, ребята, я надеюсь, что вы мне, блин, хоть там влазить. И надеюсь, вы мне напишите вопросики, которые вы задаете. Надеюсь, вы мне напишите вопросы, потому что, не знаю, я давно не отвечала на вопросы. И, возможно, я сделаю, знаете что? Я сделаю задания. Вы мне пишите задания, потом я сделаю. Вы мне будете писать задания, а я буду это выполнять. Но сейчас вы пока что мне задаете вопросы. Ну и не только мне, но и моим персам. Ладно. Сейчас. Ладно. Вы живой. Сейчас. Всем пока, всем удачи.